К теме празднования Дня независимости в стране мы еще вернемся. Чуть позже расскажем, как этот праздник отмечают регионы страны. Поправки в закон об информатизации сегодня обсуждали на расширенном заседании комитета в Сенате. Одна из норм документа запретит анонимные комментарии на интернет-ресурсах. Это делается для того, чтобы бороться с разного рода провокациями, пропагандой экстремизма и призывами к социальной розни. По словам вице-министра информации и коммуникации Алана Ажибаева, сейчас прорабатывается сам механизм аутентификации пользователей на общедоступных сайтах. В министерстве говорят, что казахстанцам, скорее всего, предложат выбор – авторизоваться через СМС или электронное правительство. Верификация, а еще раз подчеркну, она существует во всем мире. Посредством СМС каждый из граждан фактически подтверждает тот или иной комментарий. Если существует какой-то определенный ник или же существует какое-то условно другое имя, то это не запрещается законом. Я думаю, что это общий шаг к тому, чтобы наше медиапространство, особенно интернет-пространство, оно было, скажем так, более правильным с точки зрения того, что, к сожалению, в интернете происходят не всегда очень хорошие моменты, в частности, оскорбительные вещи.